как говорится, уже пахнет весной. И мы уже в огороде скоро будем наводить порядки. Но так же самое и город уже наводит порядки. Вот я проезжала, решила остановиться, чтобы это показать. То есть вот, значит, обрезанные, свежеобрезанные сучки. Есть, которые совсем прям вон большие. Значит, обрезаются. Большие вот такие вот сучки увозятся. То, что не увозится, вот обрезается и складывается вот в такие кучки. Значит, на поля, здесь у нас как поля, вот они сложили вот эти вот кучки. Этих кучек вот несколько. Вот. Потом, значит, эти кучки, я так думаю, будут вывозиться на Пасху и будут там сжигаться. Там такой праздник будет, и вот они будут там сжигать. Мы тоже можем со своих, допустим, участков, если у кого-то есть какие-то обрезанные ветки, тоже туда увозить. Вот, совсем свеже все обрезанное. А что не нужно, вот оно, значит, все перемалывается сразу в такой машине. Перемалывается и оставляется прям лежать здесь. Вот. Потом оно просто со временем почернеет. Они его хорошо потом разровняют. И все. Это получается, как будет служить удобрением. И никакого мусора не будет. Вот. Цветочки я тут вижу, понасеяли некоторые. Ну, есть, которые дикие цветы, а это вот нарциссы, которые очень красиво скоро зацветут. Вот у них уже здесь бутончики набухают. Красота будет потом. Вот. Так что порядок, конечно, это очень здорово. Когда такой порядок. Вот обрезанные деревья. Тоже везде. Хорошо, когда есть хозяин. И вон там их много-много-много. Вот сколько кучек много. И вот так, если по дороге едешь, деревья обрезаны. Вышины, чтобы грузовые машины, когда ехали, чтобы ничего не задевало ветки, то есть порядок, да? Насчет этого, конечно, не поспоришь. За дорогой производится постоянный контроль, то есть если вдруг какая-то буря, допустим, там деревья где-то, ветки падают, сразу выезжает служба, либо туда сообщают, либо они сами контролируют дорогу, и каждый убирает свой участок. Тут нету такого, чтобы деревья повалены где-то лежали, или там что-то такое. Если, допустим, же это зима, допустим, скользко, если там гололед, сразу выезжает служба, посыпают дороги. Так же самое работают, можно сказать, круглосуточные. Люди работают всегда на дорогах, то есть они всегда следят за порядком.